Аудио не очень часто используется в мультимедийных проектах, потому что в основном, конечно, мы смотрим со смартфона, мы смотрим с ноутбука либо компьютера, и не всегда у человека есть наушники, не всегда удобно включить колонки. То есть ситуация потребления мультимедийного проекта, она не всегда предполагает возможность послушать аудио. Но если в вашей истории важно дать слово, прям живое слово герою, эксперту, очевидцу того или иного события, то вот вставка аудиофрагмента, она здесь, конечно же, обоснована и важна. Поэтому вы выкладываете аудиоролик на тот или иной хостинг, аудиохостинг, а в данном случае мы видим на вставке это SoundCloud, вот в правом углу обозначения. И этот аудиоролик вставляется кодом, вставляется в историю и прослушивается прямо внутри вашего лонгрида или вашего материала. Мой сын один раз Никитина предложил ему нанял машину, потому что вот в разводе были с невесткой. Она больна сахарным диабетом. Сейчас она вообще инвалид первой группы, не видит по зрению. В данном случае, конечно же, то, как человек говорит, с какими эмоциями говорит, здесь очень важно. Не всегда этично снимать видео, да, в таких ситуациях и в таких темах. Не всегда человек соглашается показывать себя. И вот это может быть таким компромиссом, что видео не ставится, ставится аудио, тем самым достигается и эмоциональная задача, и сохраняется отношение с героем, который согласился с вами разговаривать на сложную тему.